Уважаемые, дорогие, любимые жители Владимирской области, наступает 2018 год, год собаки. Собака – хорошее, доброе животное. Владимирская область активно сегодня развивается. Думаю, что каждый житель области, оглянувшись назад, увидел новые дороги, школы, детские сады, новые предприятия. Немало сделано и в социальном аспекте. В новом году величайшие меры поддержки наших семей по указу президента Российской Федерации. Это и выплаты, и материнский капитал, это возможность сегодня и построить детские ясли, и улучшить условия для занятия наших детей. Меня очень радует, что у нас очень много талантливой молодежи. Они участвуют в лагере «Территория смысла» на Клязьме. Они побеждают в конкурсах, они получают гранты, они развиваются в наших кванториумах. Конечно, 2018 год – это год выборов президента Российской Федерации. Страна будет выбирать новый путь на 6 лет развития страны. Хочу, чтобы в каждом доме, в каждой семье, в каждом маленьком населенном пункте Владимирской области чувствовались изменения к лучшему. Пожелать вам всем добра, любви, взаимопонимания, веры, а самое главное – комфорта во всем. С Новым годом!